Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon с версии 3.0.2. И, ребята, пойдем мы продолжим все-таки качать покемонов, так как словили мы большое количество все-таки. Пикачу у нас 26-й, ну, Манферно у нас уже 28-й, и Саблей у нас тоже 28-й. Кто тут у нас еще есть, которого можно прокачать? Вот. И Дратини, да. Ой, так, чё. И которую мы словили, да. Отлично. Ну что ж, пойдем их дальше прокачивать. Давайте. Или сейчас, секундочку. Да, давайте это выложим все в сундуки. Вот. Хотя бы вот так, что тут есть немножко лишнего, вот так вот. Отлично. Мастер, как бы, покеболов у нас еще нету, я не сделал, но... А приконов там уже вообще куча, мне так кажется. Так как расширили мы неплохо, да? А у меня уже есть дофига там априконов вроде. Сейчас я все вот это соберу. Вот так вот. И все соберу еще вот тут. Это уже такой, мне кажется, куча. Может, ну, куча нет, но мне кажется, уже много можно сделать ультраболов. Да, достаточно, мне кажется. Так. Ну, пока что, ребята, давайте все-таки поставим это на переплавку. Вот, у нас еще и тут куча. Вот так и вот так. Отлично. Так, ребята, пойдем мы дальше. Качать Манферно, да. Так, вот это сюда мы поставим. Сейчас уже ночь, в принципе, поэтому я не знаю, идти далеко или нет. Чтобы идти поспать потом. Там у нас покемон босс, но он что-то быстро... А нет, не покемон босс. Ну, в смысле покемон босс, но я думал это какой-то летающий, так как он быстро там бегал на карте, да, показалось, но нет. Так, отлично. Ух, Райквазы сколько летают. Так, идем и поспим, ребята. Ух ты ж. Так, все, идем и поспим. Ну чё ты так глючишь-то? Так. Пошли мы. Поспим. Так, Саблей у нас 30 уровень. Не знаю, есть ли у него вообще эволюции. Так, пойдем мы куда-то вот сюда. Ух, сколько это Пикачу, да. Или даже можно в горы пойти, так как там, в принципе, всегда большое количество таких покемонов, которые имеют большой уровень, мне так кажется. Ну, в принципе, да, много я видел там всяких вот таких покемонов, которые действительно большой уровень. Ну пока что давайте еще куда-то вот сюда. Вдруг тут тоже какие-нибудь большие уровни есть. Хотя не знаю. Пикачу или мелкий уровень, или слишком большой. 19 29. Ладно, пойдем и куда-то дальше. Вот сюда. Так, там у нас Райдон. Или кто это там? Я видел его. Видел. Если Райдон, то, в принципе, он большой уровень. На Сикингах. Точно. Сикинги же тоже просто большие уровни всегда. Ну, 30-е. 30-е такие. Да, 37-й уровень. Тоже нормально. Гудин.
Отлично. Так. Мы... Нет. Ты нет. Ты нет. 46-й. 46-й. Отлично. Итак, ребята, что-то у меня или крашнулось, или еще что-то. Просто непонятно. Но суть в том, что опять какая-то ошибка произошла, и мне нужно было фиксить видео, которое как бы не сохранилось, да, как должно быть, а просто как бы вышло с майна, и видео сохранилось как бы в процессе, но не сохранилось, да. Но пришлось мне его заново как бы пофиксить, но оно немножко как бы укоротилось на 4 минуты. Ну... В принципе, суть, что мы были там в шахте, я там побывал, мы убили там одного покемона-босса, и вот прибежал я сюда, к морю. В море я убил еще парочку покемонов-боссов. Не боссов, а просто обычных покемонов, которые большие уровни. И потом, пум, что-то крашнулось. Ну, в принципе, ребята, давайте продолжим вот сейчас. Вот тут я опять в море где-то... Ну вот сейчас поищем каких-то вот тут покемонов, которые более-менее такие большие уровни, да, чтобы прокачать их. Манферна у нас уже такой нормальный уровень, да. Так же, как и Саблей и другие покемоны. А, в принципе, действительно, давайте сейчас поищем каких-то таких нормальных, да, покемонов, точнее, таких больших уровней. О, понеслась. Ребят, ну, я не знаю, где у нас тут райквазы заспавнились. Вот одна, ну, чтобы в них попасть, вот так это сдуреть просто можно. Как я буду... Ну вот, допустим, да? Вот, отлично, попал. Хрен его знает, убью или я его мьюту. Или он сейчас... Как я, в принципе, и ожидал. Ладно. Попробуем Чаризарда. Ух, нет, ребята. Он, короче, сейчас нас всех убьет, так как убили нашего Мьюту. А Мьюту тут, наверное, единственный, кто мог его убить. Поэтому я... Идем мы сейчас, наверное, все-таки домой. Чтобы вылечить покемонов. Ну да, в принципе. Ну! Чё, он отхилился? Ни хрена себе! Ладно, был бы Мьюту, а вот сейчас никак я его не убью, поэтому... Ладно. Так, идем мы домой. Где наш дом? А. Вот он, идем мы вот сюда. Так, хилимся. Точнее, ну да, давайте полечимся. Нет, не компьютера, давайте вот. В принципе, если так считать, Манферно еще осталось 4 уровня, да? Или сколько там Манферно и так. Ну, это уже у нас приготовилось. Ребята, идем мы, наверное, может, все-таки поспим. Вот. Отлично. Так, идем мы. Ух ты, сколько тут всякого. Ну, всяких покемонов заспавнилось. Ни хрена себе. Ну, больших уровней, как всегда, толком нету, да? Одни Магикарпы. Кучами. Идем мы обратно куда-то вот сюда. Так, там у нас покемон-тренер. Какой-то огромный уровень или нет? Легендарный заспавнился в океане. Я даже не прикалываю, какое у него имя, чтобы его словить. Тут еще кто-то дайл.
Ребята, какое у него имя? А, ну да, я сейчас у вас спрашиваю. Сейчас, секундочку. Так, ребята, я нажал на паузу. Или нет? Как? Это этот покемон или нет? Хрен его знает. А. Так, ребята. Когр, да, так он пишется. Я просто нажал на паузу и вышел с игры, чтобы покемон не пропал. Вот он! Ребят, я просто не знал, как он называется. В том суть, что он легендарный, но я не знал, какое у него имя, чтобы найти его и словить. Но я вышел как бы с игры, да, чтобы он не успел пропасть. Зашел на сайт и посмотрел, что это за покемон, какое у него имя. Потом зашел в игру, как бы прописал вот тут Когр, да, и вот, как раз он, в принципе, вот тут заспавнился сразу же, возле берега. First Legendary. Какой нафиг First Legendary? А Мьюту и Райкваза это не легендарные покемоны? Ладно, пофиг. Суть в том, что мы словили покемона, который... легендарного покемона, который спавнится в океане. Ребят, что-то у меня так глючит, что... многие пишут, что... ну, сейчас, секундочку. Не знаю, действительно, что-то... нереально просто глючит. Ну, ладно, суть в том, что мы словили легендарного, вот он. Да, давайте вот за место Пикачу. Вот он, красавец. Можно на нем кататься или... можно. Он еще... он... нет, он не летает. Но зато он офигенно как быстро плавает. И мало того, что плавает, он еще нереально просто быстро... вот. И прыгает, и плывет. Короче, на нем очень быстро можно передвигаться. Это отлично. Ребята, я только в этой серии спросил. Там еще и Тотодайл был, но суть в том, что времени не было, чтобы еще и Тотодайла словить. Да, в принципе, у нас только один вот покемон. Покебол остался. Ребята, офигенно. Легендарный покемон, который заспавнился в океане. Вот, Куорчи. Ладно. Ну, суть в том, что заспавнился он все-таки, да. И я вот только в этой серии вроде говорила. Действительно, пишет ли в чат, что вот заспавнился вот там легендарный покемон, который там спавнится в океане, да. Пишет ли в чат, что заспавнился там покемон в океане. И офигенно, ребята, написал, что он заспавнился и... сразу я не знал, какое у него имя, поэтому я как бы вышел с Майнкрафта, чтобы как бы сохранить, да, и чтобы он не пропал. Потом, когда узнал его имя, сразу же зашел, прописал и продолжил. Ну, ребята, отлично, что мы его словили. В принципе, отлично, что он заспавнился. Крутой покемон. Какой-то кит, да, что-то такое. Психический. Майнд, ладно. Просто глючи, действительно, что-то нереально глючит. Я не знаю почему. Но, ребята. Ну, в принципе, да, что-то глюч немножко. Вот опять. Ладно, ребята. Суть в том, мы словили покемона легендарного, который спавнится в океане. Это просто офигенно. Давайте, в принципе, на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Еще раз всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.